Многоязычность. Если перед вами стоит задача реализовать многоязычный сайт, например, русскую и английскую версию, то для этого, помимо настройки сайта по одному из двух способов многосайтовости, в настройках сайта, в меню «Настройки», «Настройки продукта», «Сайты», «Список сайтов», в параметре «Язык» необходимо выбрать язык, который будет сопоставлен с языковой версией сайта. Если нужный язык отсутствует в списке, его нужно добавить в систему на странице «Языки интерфейса». В меню «Настройки», «Настройки продукта», «Языки интерфейса». Добавленный язык будет доступен также в административной части сайта. Если на сайтах используется функционал, который использует данные из информационных блоков, то для каждой языковой версии нужно создать свой информационный блок для разделения данных между сайтами. Но иногда бывает необходимость размещать данные разных языковых версий сайта в одном информационном блоке. В таких случаях для каждого языка в системе можно создать свой набор свойств в информационном блоке, а в административном интерфейсе разделить их на вкладки, чтобы данные для каждого языка были визуально разделены. При этом в публичной части сервиса необходимо разработать свой компонент, который будет в зависимости от содержимого константы LanguageID, в которой хранится код языка из настроек текущего сайта, выводить нужные свойства из информационного блока. При этом, если на сайтах применяются модули или компоненты собственной разработки, они должны отвечать требованиям многоязычности. К этим требованиям относятся заведение языковых фраз для используемых языков, использование функции GetMessage при выборе текстовых сообщений и подписей в шаблонах. Переключение между языковыми версиями сайта в публичной части можно организовать с помощью системного компонента MySiteSelector, подключив его в шаблонах сайта. При необходимости его шаблон можно скопировать и изменить под стилистику сайта. Рассмотрим процесс настройки многоязычности на практике. Для этого перейдем в административный раздел сайта, на котором у нас уже настроена многосайтовость. Перейдем непосредственно к настройкам сайтов и скорректируем некоторые настройки. Для этого у нас первый сайт S1, первый сайт компании, будет отвечать за русский язык компании. Для этого убеждаемся, что в региональных настройках язык установлен русский, региональные настройки – русские. Сохраняем настройки. Переходим к настройкам второго сайта. Давайте его сразу переименуем, чтобы название его было по-английски. И установим региональные настройки – язык английский, региональные настройки – английские. Сохраняем настройки. Далее перейдем в публичную часть сайта и убедимся, что первый сайт компании у нас сейчас работает на русском языке, а второй сайт компании на английском. То есть здесь видно, что фразы языковые в шаблонах, такие как «Новости компании», на кнопке поиска стали выводиться по-английски. Также наблюдаем, что административная панель тоже имеет английские фразы. Если перейти в раздел «Новости», то служебные ссылки, переход на детальную страницу «Новости» тоже у нас отображаются по-английски. Теперь давайте вставим в левую колонку над блоком с новостями переключатель между сайтами. Для этого будем использовать стандартный компонент сайт MineSelector. Перейдем в редактор кода. Для начала вставим его в шаблон английского сайта. Вставили. Теперь в шаблон русского сайта. Смотрим, что у нас получилось. Если обновить страницу, мы увидим переключатель между сайтами. По умолчанию выбран сайт, который открыт в данный момент.
То есть вот у нас открыт второй сайт компании, английский. Если выбрать первый сайт, то происходит переход на первый сайт и выбирается текущий сайт.